Как правильно оказать помощь маломобильным людям, нюансы строения инвалидной коляски и элементарное правило этикета. Вот не весь перечень вопросов, которые поднимались во время обучающего волонтерского интенсива Белорусского республиканского союза молодежи. Он в нашей стране повсеместно стартовал сегодня. Всего за время обучения планируется работа 7 площадок в смешанном формате с подключением из районов и очная площадка в столице республики, городе Минске. Сегодня же в мир особых знаний онлайн окунулись и волонтеры Новополоцкой городской организации БРСМ. 7 февраля стартует республиканский обучающий интенсив для волонтеров «Доброго сердца», которые будут задействованы непосредственно в единый день голосования. И ребята, это учащиеся учреждения образования, в основном студенты Полоцкого госуниверситета, ребята, которые будут оказывать помощь непосредственно на наших участках, где по несколько участков и где достаточно такое большое скопление наших граждан, ну а полочан будет в единый день голосования. В период голосования в Новополоцке без необходимой руки помощи не останется ни один человек. Всего на избирательных участках в Нефтеграде будут работать около 40 волонтеров. Учащиеся учреждения образования младше 18 лет будут задействованы в культурной программе праздника, а также оказывать помощь новополочанам пожилого возраста. Настроены мы позитивно, ожидаем дня выборов. У нас уже подготовлена программа для проведения в колледже. В принципе, все участники готовы, и мы думаем, что у нас все должно получиться хорошо. Волонтеры, они же просто помогают, это наш девиз, и мы должны помочь абсолютно всем людям. 25 февраля – это день выборов, считается праздником в Республике Беларусь. Много пожилых людей, также людей с ограниченными возможностями могут не найти места для голосования, и мы вызвались им помочь пройти, куда им будет необходимо, и помочь что-то объяснить. Подготовка и обучение волонтеров продлится вплоть до первого дня досрочного голосования. Напомню, отдать свой голос заранее в эти выборы можно будет с 20 по 24 февраля. Основной же день голосования в Беларуси состоится 25 февраля. Анна Сморчкова, Сергей Залынский, телеканал «Звезда».